На космической станции Герта также существует загадка, связанная с вот этими вот роботами. Их, если отключить нужное количество, получите достижение. Я покажу, где они все находятся. Давайте. Первый находится в зоне хранения и на первом этаже. Вы можете использовать вот эту точку телепортации, либо со второго этажа отсюда спуститься вниз. Нахожусь я сейчас вот здесь. Так, нужно просто подойти к нему. Самый обыкновенный маленький робот, выполняющий самые обыкновенные функции на космической станции. Вы заметили, что на роботе кнопка. Похоже, это кнопка питания, вы решаете принудительно его отключить. Похоже, робот уже какое-то время находится в режиме ожидания. Вы нажимаете на кнопку питания и переводите робота в режим сна. Вам удалось сэкономить на космической станции немного энергии. Пусть это и мелочь, но вы все равно гордитесь собой. Видите, прям даже кнопка реально уже теперь красная, типа что он выключен. Следующий робот находится в базовой зоне. Вот в этой комнате. Здесь находится телепорт. И вот он, бедный, стоит здесь. Улыбается или грустит, не знаю, поехали. Все то же самое, читать я уже не буду. Вы заметили кнопку «Принудительно отключить». Вам удалось сэкономить космической станции энергию. Он выключен, это второй. Следующего робота можно найти тоже в зоне поддержки, рядом вот с этим вот телепортом. Вот, он находится здесь. Ну, телепорт, соответственно, сзади меня. Принудительно отключить. Третий. Следующее место находится в зоне хранения. В этой комнате находится еще один робот. Сюда может добраться с помощью вот этого телепорта. Посмотреть. Принудительно отключить. Это у нас четвертый. Ну и пятого можно найти в зоне поддержки. Можно использовать вот этот вот телепорт, бежать вдоль вот этого коридора. И вот здесь вот есть мосты такие, синий, красный, вот видите. Вот с помощью этого просто вот оттуда заходите, вот сюда пробегаете, вниз спускаетесь. И вот здесь вот спрятан еще пятый робот. Ну что, поехали. Принудительно его отключить. Пятый. Последнего робота, шестого, надо отключить, чтобы получить достижение. Их, конечно же, здесь больше. Но вам нужно отключить всего лишь 6, чтобы получить само достижение. Я сейчас направляюсь к последнему оставшемуся, шестому. Для меня это, соответственно, базовая зона. И вот эта комната. Так. Вот он прячется, смотрите. Осмотрите. Принудительно отключить. Смена достижения. И тут, кстати, с нами связывается инженер. Ну, смотрите-ка. Нечто, можно кое-что спросить. Множество маленьких роботов было отключено от терминала. В результате проверки выяснилось, что они были отключены вручную. Отдел безопасности сообщил, что ты там была. Ты не видела никого подозрительного? Но я признаю, это я. Отдел... Так. В общем, это моих рук дело. Они были в режиме ожидания, поэтому я стукнул по ним несколько раз. Хорошо, ничего страшного, но больше так не делай. Я не буду это указывать в отчетах. Довольно забавно получается. Но мы получили награду, это уже хорошо. Не забываем подписываться на все каналы, ссылочки которых вы найдете в описании к этому видео. Там больше контента и видео уходит значительно быстрее. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и пишите комментарии. Увидимся, пока-пока.